В эфире КМТВ, программа «Экспертное мнение». Я ее ведущий Денис Каптарь. Сегодня у нас в студии снова профессор Сергей Вячеславович Савельев, доктор биологических наук. И тема заявлена нашим экспертом. Звучит так. В России действует конвейер уродств. Что за уродство? Как бороться с этим? Мы как раз об этом будем беседовать. Здравствуйте, господин Савельев. Очень давайте. Приятно. Какая неожиданная встреча. Да, давайте. Мы так давно собирались. Да. Скажите, пожалуйста, вот звучит название жутковато. Конвейер уродств. Что за конвейер? Ну и пошло-поехало. Но этот конвейер не только для России. Да. Это об этом надо сразу и твердо сказать. Твердо, что мы не хуже других, это ясно. Мы не хуже, мы лучше намного, потому что у нас еще нет той роботизированной промышленной основы для сельского хозяйства, которая существует в так называемом развитом мире, где те, кто ратует за ее развитие, сами питаются во Франции курями, которые носятся по огородам, вот, а население вскармливают бройлеров из конвейерных цехов. Вот, а что вот там не так? Поподробнее расскажите. Ну, поподробнее, они стоят в 10 раз по разницу, а в том, что когда птица бегает по, и без стимуляторов, без всего, без различных, не используются мутации для быстрого роста, гормоны, различные соединения, пищевые добавки, отнюдь не доброкачественные, чтобы быстро нарастить массу мяса, естественно, что такая курица, дикая она и дороже, и лучше. Вот те, все, кто ратует за решение продовольственной проблемы, обычно питаются такими. А вот те, кому пытаются помочь, питаются плохими, генетически измененными, перекормленными гормонами, стимуляторами. И потом неизвестно, что получается. А как к уродствам это относится? Поподробнее. К уродствам относится очень просто, потому что огромное количество существует патологий человеческих, которые на самом деле не видны и не выходят в рамки никакой медицинской статистики. Потому что наладить такую медицинскую статистику очень сложно. Почему? Потому что основная гибель человеческих зародышей происходит не когда уже тетенька ходит с животиком, нет. А происходит на самых ранних этапах развития, в скорости после оплодотворения. Надо понимать, что когда коварный сперматозоид попал в яйцеклетку, потом яйцеклетка довольно долго проходит по яйцеводам, встраивается в матку и начинает расти. Вот эти самые ранние, где-то месяц-полтора развития, являются самыми критичными. При очень тщательном медицинском исследовании, которое проводилось еще у нас в советские времена и во многих странах Западной Европы, было показано, что примерная оценка от оплодотворенной яйцеклетки до рожденного человека соотношение почти 1:100. То есть из 100 оплодотворенных будущих людей реально появляется на белый свет один человеческий плод и вырастает в человека. То есть потери просто катастрофические. Причем 90% этих потерь приходится на первые месяц-полтора развития. Он очень уязвим. И именно в его уязвимости является ключ к решению массовых и репродуктивных проблем, роста народа, населения. Многие не могут детей завести. В чем же дело? А дело-то в том, что к нашему ужасу не все развитие жестко детерминировано. Ну, то есть, приведу такой очень простой наглядный пример. Как-то считается, и любят это студентам повторять, так сказать, слегка им припудривая мозги, о том, что вот существует генетическая детерминация развития, очень жесткая, очень последовательная. Это отчасти действительно так на поздних стадиях развития. Но на ранних стадиях развития это далеко не так. Мутации, возможно. Вы это мутации меня абсолютно не интересуют. Если мы сейчас возьмем и посмотрим на статистику, то выяснится очень неожиданная вещь, что генетические нарушения, связанные с мутациями, с радиоизлучением радиационным, с различными серьезными токсическими воздействиями, которые можно идентифицировать, составляют в эмбриональной патологии человека примерно 10%. Всего 10%. А все остальное тогда что? Об этом и, конечно, генетики начнут плакать горючими слезами, потому что они основные грантополучатели в этом направлении. Говоря о том, что все, генетические мутации, нарушения от этого люди умрут. Неправда. Это 10% всего бизнес-плана, 10% патологии.
Еще примерно 10% патологий приходится на совершенно другие вещи, связанные с реальными дефолиантами, которые используют, различными стимуляторами гормональными, мясо, растения и прочее. Алкоголь? У нас алкоголь в норме вырабатывается. Если мама не пьет стаканами каждые 15 минут, то все в порядке. Нет, вот вы немножко утрируете, а все-таки стаканами, кроме алкоголичек, мало кто пьет. А реально что, есть какая-то... У нас реально в организм это, вырабатывает каждый раз, каждый божий день при каждом приеме пищи. Это я знаю, но в зависимости от того, сколько мы выпьем, ну, стаканов через 15 минут это много, но если стакан в день, это что, тоже можно? Нет, вопрос, вы чего хотите добиться? Нет, я спрашиваю, что можно, что нельзя. А что может, что нельзя. Да, хорошо, да. Значит, можно выпить в день, физиологическая норма выработки алкоголя эндогенного примерно составляет половину вашего массы тела. Например, вот вы там весите около 80 килограмм, допустим, значит, 40. Это 40 миллилитров чистого спирта, который вырабатывается вашим организмом в течение часа после того, как вы покушали после 12-часового голодания. Это и есть физиологическая норма человека, который сообщает нашему мозгу о том, что вы поели. А если женщина беременная, разве для нее это действует этот закон? Конечно, а как, она что, не ест? Ну, ребенок или у нее... разве не будет уязвим для таких выпиваний? Причем тут ребенок, причем уязвим? Вопрос дозы. Это нормальная физиологическая доза, которая вырабатывается в организме любого человека всю жизнь. Беременная женщина или это беременный мужчина, все равно. Ну, беременных мужчин не бывает. Это вы зря шутите. А вот если серьезно, то что ж получается? Если женщина беременная, мы же про уродство говорим, пьет, ну, условно говоря, ну, 40, да, грамм водки, да, в день, то это не страшно для ее плода. Нет, зачем? Она и так уже 40 грамм пьет, просто поедая пищу. Это я понял, а если дополнительно пьет? Но если он еще дополнительно, ну, я думаю, что ничего страшного не будет. Да. Хорошо, страшные вещи рассказываете. Почему страшные вещи? Обычно считалось, что женщинам нельзя ни пить, ни курить во время беременности. Слушайте, вы знаете, в Италии за обедом пьют сухое вино. Даже беременные? И в эпоху Возрождения количество гениев как-то не уменьшилось. Хорошо, мы продолжаем. Итак, с конвейером уродства мы немножко отклонили в сторону про так алкоголь. Вот, дело, вернемся. Так, я вернусь, значит, к этому делу. Вот это количество уродства. То есть остается у нас что? Явные токсические воздействия, там действительно алкоголики, там наркоманы, еще 10%. Остается 80%. 80% погибших эмбрионов, которые погибли неизвестно от чего. Ну, вот. И здесь возникает очень интересная вещь. Из них, из этих оставшихся 80%, примерно 60-65% это патологии головного мозга. Почему это меня интересует, занимает? То есть это причина гибели зародыша, а потом зачастую и гибели матери. Это бывает и такое. А бывает дебилизм? Все-таки зародыш вырастает в человека, но дебилизм. Но дебилизм – это не совсем научное медицинское название. Ну, вы же понимаете, синдром что Дауна. Да, вот, например, я же не научный человек. Но у синдрома Дауна существует там много-много десятков вариантов, потому что это генетически детерминированный, входит в те самые 10%. Заболевание, которое может проявляться, там в Америке, например, считают, что там девочкам нормально, в общем, там, если у нее синдром Дауна, там в 5 или 6 вариантах разрешают рожать детей. Ну, так, немножко с открытым ртом для девочки, в общем, это и неплохо. Так, но... хорошо, а что с 80%? Откуда? Так вот, 80% погибает неизвестно от чего. А вам известно по глазам-то, а? Нет, ну я только отчасти знаю, конечно, на все ответить невозможно, но... Остальные – это жертвы так называемой механики развития мозга. То есть в чем дело? На ранних стадиях развития как раз генетическая детерминация очень своеобразная. То есть что? И новая информация о том, куда пойдет конкретная клетка и чем будет заниматься, возникает из межклеточных взаимодействий, которые детерминируют генетический программ, которые запускают. Это первичные пускачи такие, которые вот клетки провзаимодействовали с другом, и дальше запускается генетическое. Ну, классический пример – это однояйцевые близнецы. Когда вот зародыш есть, да, представим себе, что в зародыше все генетически детерминировано. Тогда бы, перетянув волосяной петлей, как мы это можем сделать с лягушкой, мы бы получили, значит, генетическую детерминацию. Здесь верхняя половина тела, а здесь задняя. Но этого не происходит. Получается два полноценных зародыша, чуть поменьше размером, а у лягушек так вообще, может, почти одинаковые. То есть существуют так называемые регуляционные взаимодействия, которые построены не на развертывании генетической программы, которая
при жестком ее исследовании превращается в полный маразм и поселение гомункулюса вовнутрь зародыша, как 200 лет назад. А это взаимодействие, которое все время корректируется, потому что клетки еще и погибают, имеют дурную причину гибнуть. Примерно 6-7 клеток на 1000 делений, и кто-то узнает о том, что они погибли. Если бы генетическая программа реализовывалась в тупо, то тогда бы там раз у кого-нибудь руки не было пальца. Связь, понятно. Есть межклеточные взаимодействия, которые регулируют региональную экспрессию генов. Это краеугольный камень современной эмбриологии. Нравится это кому-то, не нравится. Но именно из-за того, что межклеточные взаимодействия, которые там построены по законам Тьюринга, на самом деле, известные, разработанные Жером Майнхардом, которые работали на модели диффузии активатора-ингибитора, но смысл такой, что там функцию активатора выполняют биомеханика, а ингибитора — генетическая экспрессия. То есть это две, и генетическая экспрессия, и межклеточные взаимодействия — это две стороны одной медали. И без другого, и без одного — ничего бы не работало. Но из-за того, что позиционная информация, то есть знание клетки, куда пойти, во что превратиться, в печень, в мозги, в почки, в легкие, она передается с помощью вот таких примитивных способов, как биомеханика клеточных мембран, например, цитоскелет, они оказываются очень уязвимы. И от этого-то гибели происходит огромное. Ну, вы представьте себе, девушка забеременела, молодая, ну, еще не замужем. Ну, и не знает там, молодой человек женится на ней или не женится. Ну, дискуссия. Что делать? Значит, она пытается как-то успокоиться, уговорить его, взять ее в жены и прочее. Начинает употреблять, например, тот же самый какой-нибудь простенький деполимеризатор цитоскелет, ну, типа там тазепам или его производных. То есть успокаивающее. Успокаивающее, которое действует на нем всем. Но он же и разрушает цитоскелет клеток. И в этот момент у нее происходит, значит, соответственно, остановка вот этих самых межклеточных взаимодействий, и потом появляется, ну, в лучшем случае спонтанный аборт, а в худшем, не дай бог, пропустят акушеры и гинекологи, то тогда нужно будет и делать. На поздних стадиях может появиться человечек с нарушениями. Вот чтобы этого избежать, мы должны очень внимательно смотреть ранние стадии развития, на которых прогнозируется, закладывают все те нарушения, которые мы видим. Ну, классический вариант там спинобифида, то есть это так называемое кистозное расщепление позвоночника, причиной которого задержка нейроволюционного развития, то есть когда нервная система у нас возникает, она сворачивается в трубочку между 18-м там, и 29-м днем после оплодотворения. Вот если на этой стадии хоть чуть-чуть, хоть любым способом, не знаю, там, двумя стаканами коньяка или таблетками фенотазепама или наркотиками, еще чем-то, повредить цитоскелетную конструкцию, то есть повредить форму клеткой, остановить ненадолго, то будет возникать такая штука. Часто возникает, очень часто. И что это реально происходит? Когда реально это значит, что у одного из 100, они все нормальные, но потом говорят, а у вас спина бифида там лет 40, когда начинает спина болеть. Это что значит? В этот момент не произошла индукция двух позвонков, там много вариантов, и, короче говоря, возникает нарушение и в позвоночнике, а зачастую в спинном мозге. То есть это очень распространенная патология, потому что вот эта трубочка закрывается целых 9 дней. И поэтому очень уязвимо. Вы хотите там получить ананцефала, тут же вспоминается знаменитый роман Стендаль, «Человек, который смеется». Помните, угу. Как там уродовали компрочекосы, да, которые там делали из детей такие. Здесь у нас все усовершенствовалось. Зная эмбриологию, мы можем там сказать, что давайте на 24-й день у вас будет ананцефал, и при этом циклоп. И каким образом добиться такого невероятного результата? Такой невероятный результат очень часто получается сам собой. Если такие вещества, которые нарушают межклеточные взаимодействия, а список их 600 страниц убористым текстом. Ну, главные, скажите, которые... Ну, главное, это успокоительные. Успокоительные. Успокоительные препараты, которые действуют на нервную систему, в первую очередь. Вот это очень опасно. То, пожалуйста, в этом останавливается замыкание этой нервной трубочки, парные полушария не образуются, индукции там не происходит. Короче говоря, на финале циклоп нежизнеспособный, да еще иногда образуется такое образование, неприлично сказать, что на лбу.
Понятно. Вот в книжке, которая у меня есть, посвящена этому. Назовите книжку, это же людям всем интересно. Эта книжечка называется «Эмбриональная патология нервной системы». Она вон лежит там вообще-то. Вот. И эта книжка, там как раз приведены такие чудовищные варианты именно ранних событий. Вы поймите, эти все события патологические очень трудно исследовать. Почему? Потому что на вторую, третью неделю беременности после оплодотворения не акушерский срок плюс две недели, а реальные, от биологического оплодотворения, через три недели после того, как. Угу. Женщина зачастую еще не уверена, беременна ли она. Поэтому найти эмбрионов на этой стадии, да еще в патологических, это суперзадача. Но вы этой задачей занимались. Да, но на это ушло там 25 лет. Ну, вот. И это архисложная задача, потому что женщина еще не знает, что беременна, не то, что там у нее патологически. Ну да, а вы должны где-то добраться до такого эмбриона. Да, и поэтому изучение таких эмбрионов известно там, ну, например, в мире им дают имена собственные, там штук 15 на весь мир. Вот я для того, чтобы описать эмбриональное развитие мозга человека, я использовал почти 50. То есть на сегодняшний день я посмотрел, скажем так, самое большое количество человеческих зародышей между 11-й, то есть первый день прикрепления к матке, и 30-м днем развития. Сергей Вячеславович, от высокой науки давайте мы обратимся на нашу грешную землю и дадим конкретные советы конкретным родителям, грубо говоря. Вот давайте мы сейчас это структурируем. Грубо говоря, профессор Савельев запрещает. Вот это делать нельзя, это делать нельзя, это делать нельзя. Вы сказали, что 600 страниц, мы этого не можем, но вы же прекрасно знаете, что многие вещества, мы и даже о существовании их не знаем. Приведу пример. Давайте. Что сейчас, нельзя конкретно? Сейчас, очень конкретная вещь. Небольшой экскурс в то, как можно повредить. Ну, например, вы богатый человек, вы собираетесь, значит, изготовить гениального потомка. Кстати, не получается обычно. Ну, допустим. И не щадите ничего. И говорите, вот сейчас мы сделаем с женой потомка, она поедет в горы, где прекрасная воздух, да? Да, чудесно. Отлично. Рождается ананцефал. Безголовый, то есть? Ну, скажем так, почти безголовый. Ну, да. Другой говорит, плевать на все, значит, мы остаемся там, жить в подвале Нью-Йорка, где там дышать нечем, или там, допустим, в Череповце где-нибудь в подвале, и появляется тоже ананцефал. На самом деле в экспериментальной эмбриологии давно доказано, что, например, избыток кислорода, да, в момент беременности может вызвать ананцефалию, и его недостаток. Избыток витамина А приводит к ананцефалии. Так. Витамин А так полезно, так нужно. А что конкретно, в каких продуктах? Ну, кроме продуктов, существует витамин, который женщины тут же начинают это есть. Это тоже понятно. Так, витамин А. Витамин А, ну, то же самое масло, там, ну, особенно если еще с каротиноидами, с морковкой. Там, в женщин пичкают обычно витаминами. Недостаток витамина А то же самое. С теми же ананцефалией. А где же грань? Как так сбалансировать? Вот об этом вся речь идет. Если вы собираетесь заводить нормальных потомков, не делайте никаких резких движений за полгода. Живите, как живете, да? Да, за полгода до и, естественно, во время. Потому что любые препараты, любая химия, особенно синтетические препараты, могут повредить. Вот этот момент, особенно первые полтора месяца, женщин нужно беречь и носить на руках первых полтора месяца. Потому что если что плохое произойдет, смотрите, а ведь наоборот, то дальше, так в том-то и дело. Сейчас же наоборот все. Сейчас... Отпуск по беременности надо давать через два часа после того, как. А сейчас все получается сверх на голову поставлено, на самом деле. Ну, конечно, а и к тому же вы простите, до трех месяцев даже на самых лучших приборах для УЗИ диагностики очень трудно увидеть что-то, если эмбрион не лежит как-то особенно удачно. То есть мы живем вообще в королевстве кривых зеркал. У нас то, что нельзя, то пропагандируется и наоборот. Нет, ну простите. Вот, например, в Средней Азии существует такая традиция кормить женщин мясом, когда у них появился животик. К чему это приводит в результате? К тому, что на ранних стадиях развития мозг развивается при белковом голодании. А потом мы спрашиваем, почему они не очень хорошо соображают. Может быть, женщин кормить надо все время, а не только во время беременности. И в первую очередь белком. Вот вам, пожалуйста, пример. А мы там ругаемся, там такие несяки. Да нормальные они, если их кормить как следует, их мамок. Вот и таких... Белковая пища нужна для того, чтобы снизить вероятность. Мозг состоит из липидов, белков,
в большом, то есть, короче, жиров и белков в огромном количестве, плюс углеводы. Мамку надо хорошо питать, поэтому тетки у нас такие толстые, жирные, потому что они накапливают жир для того, чтобы выкармливать детенышей. А наши пытаются все время похудеть. Но слава богу, что внутреннего жира им не видно, они были бы в ужасе, если бы они увидели, что у них в потрохах делается. Этот жир успешно накапливается у даже самых худосочных дамочек. Хорошо, разобрались. Белковая пища нужна. Белковые, не просто белковые, белки, липиды и углеводы. Да. И то, и другое, и третье в большом количестве. Понятно, что должно быть сбалансировано. Не должно быть избытка кислорода, не должно быть недостатка кислорода, не должно ни быть одно вещество в избытке в двукратном и недостатке двукратном является, может быть, является причиной патологии. Такие известные лекарства, которые люди принимают, ну, когда заболевают. То есть у них простуда, ангина, вот это. Как это влияет? Это очень плохо. Антибиотики нежелательно принимать, особенно на ранних сроках. То есть лучше женщине переболеть, чем антибиотик выпить, лучше вообще не болеть. Ну, мы понимаем. Но если уж так случилось. Любое заболевание, особенно инфекционное, это опасность существует. Ясно. Риска. Но раз уж случилось, заболел человек, не застрахован, что делать? Если принять антибиотики, то вероятность повышается вдвое. Сразу автоматически. Вероятность уродства, да? Да, врожденное уродство. Как правило, женщины даже этого не замечают. Проблема-то в чем? Что вот они забеременели, там, ну и живут, как живут. Там едят какие-нибудь успокоительные или какие-нибудь таблетки для похудения, еще какую-нибудь ерунду. А если человек... Спонтанный аборт, она его не видит, у нее задержка на несколько дней цикла, и все, он, там ничего не видно. Там, потому что зародыш в этот момент, он достигает все вместе там... 1.5 миллиметра. Хорошо. Естественно, все лизируется, все выходит. Я еще тогда по-другому поставлю вопрос. Ну, хорошо. Ну, а если женщина будет не употреблять вот эти вот успокоительные, а будет беспокоиться и нервничать, разве это не повредит еще хуже, нет? Обязательно повредит. Но будет ли это хуже? Женщина вообще нервничает все время. Это так положено. Но, вот. Но если уж очень сильно, то, конечно, будет вредить. То есть нет, будет потому, даже что... хуже, чем если бы она выпила таблетку, потому что да? Само, да, само нервничание – это как бы русские народные сказки. Потому что к чему это приводит? По какому поводу она нервничает? Потому что стресс вызывает выброс разных метаболитов, в том числе и соединений, которые увеличивают кровообращение, или там даже связаны с половыми гормонами. Хорошо – это плохо. Если это в пределах небольших колебаний, это хорошо. Но если это огромные скачки, то это плохо. Отсюда вывод, старый как мир. Женщин бережем, любим, делаем так, чтобы они не нервничали. Заботимся о них и даем им отпуск по беременности через 3 часа. Через 3, к сожалению, не докажешь. Хорошо, идем дальше. Что еще можете добавить из практических вот соображений? Практических соображений очень много. Надо следить за беременностью, потому что надо следить за плодом, надо следить за состоянием женщины, надо регулярно проходить обследование, надо, прежде чем беременеть, хотя бы пойти в клинику, взять мазочек, нет ли там инфекции, потому что там такие рассадники в причинном месте зачастую бывают, что это ужас. Надо провериться, нет ли сопутствующих заболеваний. Там и поликистоз бывает, и миом, там огромное количество. Это же у женщины эта часть тела как бы очень сильно воспроизводится. Она регулярно самовоспроизводится, и за этим надо следить, поскольку при любом динамическом органе, который быстро возобновляется, существует опасность отклонений как доброкачественных, так и злокачественных. То есть это целый комплекс отношений, а поскольку к себе в первую очередь. Ситуация на планете, в стране, бесконечное усиление вот этих промышленных, скажем так, технологичности сельского хозяйства, введение многочисленных токсинов, которые сохраняют там еду, мясо и прочее, прочее, они все не полезны. Это не значит, что нужно вот загородиться и выращивать морковку на подоконнике, нет. Но нужно в разумных дозах использовать в пищу те вещи, которые особенно рекламируются. Ну, конечно, в фастфуде не надо питаться. Плохо будет ребенку. На этом мы, значит, мы не закончим, а наоборот, мы сейчас будем завершать эфир. Но напоследок хочу вас спросить. Условно говоря, вот у вас жена, допустим, беременная, специально на вашем примере, чтобы вам было жалко, чтобы вы особенно о себе подумали. Как бы вы ее кормили? И чего, действительно? Где вы покупали, грубо говоря? Я не прошу названия фирм. А не надо никаких названий фирм. Но я бы просто, как всякий нормальный человек, бы мне поздновато немного размножаться. Ну, так... ну хотя, как сказать. Ну, вот.
Я бы, конечно, бы покупал бы еду, особенно если до беременности женщины и во время, так сказать, где-то вне города. То есть я ездил бы куда-то к частникам, к производителям вне города, километров там за 100-150. Всегда можно купить молоко, яйца, мясо. А на рынках на наших? Всегда. На рынке, к сожалению, может быть, там и хорошо, но это, как правило, уже вторые, а то и третьи руки. Ну вот, и что там было, откуда это мясо? Это то ли Новозеландия с стертыми штампами, то ли это молоко, смешанное с натуральным и с порошковым. То есть там химиков уже появилась тьма тьмущая. Даже на небольших хозяйствах люди производят уже и свинину на стимуляторах, и там бог знает, что вытворяется. То есть я бы старался, тем не менее, покупать где-то продукты поближе к местам их производства. Старался бы избегать уж совсем экзотических и откровенно левоватых продуктов. Там не кормил бы колбасой, естественно, никакой там. Что еще нельзя? Самые простые вещи надо делать. Надо поменьше употреблять промышленного хлеба. Потому что то, как делается хлеб, представьте себе, там, за час с небольшим делается батон. Ну, а какой же выход? Печку купить, хлебопечку, и пеките хлеб. А хлебопечка за 2 часа выпекает, небольшая разница. Нет, если вы без всяких там добавок, то нормально. На дрожжах. 3,5 часа. Ну, даже 1,5 часа в хлебопечке вы контролируете, что вы туда насыпали. Не генетически измененную перемолотую там сою 40%. Не масло, которое, простите меня, поступило от переваривания. Мы не производим. Мы в любом случае покупать будем. Нет, но вы можете в деревне купить сметану, можете купить масло. Поезжайте, оторвите хрустальную, сядьте в машину, доезжайте до места и позаботьтесь о своей жене. Вы хотите получить... А еще лучше ее в деревню отвезти. Ну, можно и в деревню отвезти. То есть надо заботиться. Если вы хотите иметь хороший результат, вы же там пытаетесь расчесывать волосы, если они выпадают, их чем-то мыть, так и о жене надо заботиться. И о том, что она будет, чтобы принесла нормальное потомство. Так, с хлебом разобрались, что еще? Да все, начиная мясо, чтобы не ело мороженое, нормальное, рыбу. Почему мороженое нельзя? Потому что неизвестно, откуда оно морозилось, сколько оно лежало. То есть вопрос всегда только в одном. А пищевая ценность от этого всего? Да, замороженное, через неделю оттаянное, все нормально. У нас зимой так мясо хранят, никто не спорит. Но простите, когда оно лежит годами, это другая история. А что с курятиной? То есть наколотое, вы говорите, всякими биостимуляторами, это насколько вы знаете, опасно? Курятина, у меня собак курятина не ест промышленного производства. Мне кажется, это показатель. И даже попугай. То есть, простите меня, уж тут не обманешь. А вот привозишь петуха деревенского, тут уже все в порядке. Все в очередь стоят. Как бы ты и вы первый. И я первый, вполне естественно. Потому что он пахнет птичкой. То есть, на самом деле, совет всем... Как говорили в советские годы, коммунизм — это ситуация, когда у каждого есть друг мясник, соответственно, здоровое потомство по Савельеву — это ситуация, когда у каждого есть мир. Ребята, поддерживайте отечественного производителя. Не ходите в фастфуд, не покупайте в сетевых магазинах продукты. Если хотите жить долго, счастливо и ничем не болеть, поддерживайте людей, которые выращивают этих самых свиней, коров на своем домашнем подворье. И последнее. Действительно, мы сейчас уходим уже все. Насчет энергетиков и лимонадов. Это насколько вредно? Яд. Если вы пьете энергетики и лимонады, то я приветствую вас. Отечественные американские эндокринологи в восторге. Диабет будет почти гарантирован. Вопрос, сколько выпивать за раз и сколько лет этим пользоваться. Ну, а параллельно ребенка-то? Ребенок то же самое, как любое изменение метаболизма, в том числе и приводящие к сахарному диабету. Также точно все искусственные подсластители, вещества, создающие вкус, их генез тщательно не исследован. Серьезных научных работ не ведется. Эти вещества, которые на первый взгляд не дают результата, могут сказаться на вашем потомстве через многие годы, и ничего исправить будет нельзя. Итак, в студии был профессор Савельев. Говорили о конвейере уродств. Спасибо.